Ты бы хотела эти полтора года как-то по-другому прожить? Но если честно, я иногда думаю, что если бы мы тогда в разные стороны не разбежались? Нам сейчас 14 часов лететь вместе в экономии. Я предлагаю помириться на это время. Души у тебя нет, вот твоя проблема. Скажите, куда у вас есть рейсы в ближайший час-полтора? Берлин. Это вам надо прям бежать. Я прям бегу. Что, душа еще не прилетела? Не понял. Это у Салмана Ружди. Когда мы летаем на самолетах, наши души за нами не поспевают. И джетлаг от этого. Вы кто по профессии? Не художник, не галеристка? Проектный менеджер. Проектный менеджер. Что бы это ни значило. Вадик, да? Давай собирай свои вещи и вали нахер в Москву. Как нахер? Антон Феклистов, продюсер. Женя, проектный менеджер. Я совершил большую ошибку. Эта ошибка мне помогла понять, насколько я тебя... А про ошибку можно поподробнее? Эту ночь я провела с Никитой. Почему? Может, мне нужно как-то проработать этот гештальт? Глеб? Нет, пожалуйста, не надо! Ты будешь говорить Мелиоре? Конечно. Вы художники. Все это топливо для искусства, понимаешь? Помоги мне закончить фильм. Женя поможет. Это хозяин. Вы меня простите, мне просто вообще некуда идти. А я могу пока у Антона пожить? Рита, нам нужно поговорить. Представляешь, я думала, что это навсегда. Да нет никакого навсегда. Это все твоя вина, это из-за тебя, если бы не ты, ничего бы не было! А знаешь, мне один человек сказал, что на самом деле есть только Москва и расстояние, на которое она нас спускает.